Харьков, 22 июня, 14 год, 16:15 по Киеву, здание обладминистрации. Была сегодня информация в интернете, что в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны планируют пророссийские силы, коммунистические силы. Там у нас памятник Шевченко, через пару часов там будет веча Майдана проукраинских сил. Да, так и о чем? То есть совершенно не похоже на то, что милиция готовится к штурму. То есть, как в принципе и было. С большой долей вероятности можно было предположить, информация фейковая. Ну, береженого Бог бережет, милиции предостаточно на площади Свободы. Это митинг как раз тех самых пророссийских. Ну, то есть там явно есть представители пророссийских сил, судя по флагу. А также левые коммунистические силы. Как ни странно, не увидел я флагов Советского Союза. Есть коммунистическая партия «Борьба». Юго-Восток. Новая. Вон, наверное, вот это. Да, вон коммунистическая. Не коммунистическая, а флаги Советского Союза. Серп, молот. Ну, конечно, митинг по сравнению с предыдущими днями имеется в виду, когда собирались представители тех сил, которые ходят с черно-коричневыми знаменами. Там было вообще по десятку человек, сегодня людей много. А это ЛДПР, что ли? Мама дорогая, ЛДПР. Они-то тут еще что делать? Либерально-демократическая партия России в Харькове. Да, то есть людей много, но я так понимаю, это именно люди собрались для того, чтобы отметить годовщину такого значимого события, как начало Великой Отечественной. И под это дело уже остальные приклеились. Пророссийские, антиевропейские, антизападные силы. То есть силы, которые против нынешнего курса. Украинского правительства, Украины. Всей Украины. По крайней мере, я так это понимаю. Ручаться, конечно, не могу. Сумскую перекрыли частично. Конечно, раздули на выходные велосипедистам, отдыхающим. Они в первый раз демонстрации перекрывают и площади Сумскую, центральную Харьковскую улицу. То есть в этом смысле, конечно, красота. Ладно, будем дожидаться, как будут развиваться события здесь и когда начнется проевропейский митинг Майдан.